Подрядчики приступили к работам на объектах Петропавловска, которые будут благоустроены в этом году в рамках программы «Тысяча дворов». Так, на территории у домов 6/2 и 6/3 по проспекту Победы уже ведут земляные работы, такие как вскрытие грунта, отсыпка гравием и планировка. Скоро на этом месте появится площадка, которая станет совместной зоной отдыха для жильцов сразу двух многоквартирных домов. Хочу сказать, что мы очень довольны строящимся объектом. Управляющая компания нам предложила поучаствовать в конкурсе, и мы решили с жильцами дома поддержать это предложение. Я с племянницей прошлась по всем квартирам, в каждую квартиру зашла, показала проект, как что будет, все двумя руками за. Потому что, во-первых, это выделяются федеральные деньги, на которые мы можем привести свою площадку в порядок. У нас здесь большая проблема вообще с, ну, как и у всех, наверное, с пылью. Сейчас обещали все заасфальтировать, сделать парковочные места и зону комфортную для отдыха наших граждан. Согласно плану, территория будет разделена на зоны – игровую, спортивную, а также будет зона для проведения досуга и отдыха жителей разного возраста, включая малышей, детей до 12 лет, подростков, людей пожилого возраста и маломобильных горожан. На площадке также обустроят живую изгородь, проведут озеленение, установят уличные светильники, работающие от солнечного света и многое другое. Отметим, что проект «Тысяча дворов» работает на Дальнем Востоке на протяжении 3 лет. На Камчатке он реализуется впервые. В рамках программы в Петропавловске обустроят 12 больших территорий, предназначенных для всех групп населения. Каждый объект будет индивидуальным по дизайн-проекту и исполнению.